Друг Рейнар, теперь ты увидел правду. Некая злая сила из пустоты стремится уничтожить все, что нам дорого. Этот падший, неужели он Зелнага? Неужели сами боги желают нашей смерти? А Керриган, я до сих пор не могу поверить, что безумная и жестокая королева клинков сможет предотвратить гибель всего сущего. Рейнар, вскоре судьба Керриган может оказаться в твоих руках. Я знаю одно, она должна выжить. Будь осторожен, мой старый друг. Гончие пустоты уже идут по следу. Соскучились по домашней еде? Заскочите в заправку «Гриль Уппе». По вторникам две порции мутокрылышек по цене одной. А при заправке смена плазмы бесплатно. Заправка «Гриль Уппе». Домашний уют в ледяной пустоте космоса. Ну и видок у тебя, брат. Может, пропустишь стаканчик? В последнем видении, заложенном в кристалл, мне открылось будущее. Последняя битва с гибридами. Армагеддон. И предотвратить это могла только Керриган. Кто знает, как все обернется. Цикл следует за циклом. Я знаю лишь, что заглядывать в будущее надо с большой осторожностью. Ибо это и великий дар, и проклятие. Но можно ли его изменить? Или все предопределено? Мне нужно знать. Кто знает? Помню, ты однажды сказал, мы сами выбираем свою судьбу. Если это так, то будущее предсказать нельзя. Дом, милый дом. Эй, ковбой, на тебе лица нет. Опять думал об этой мадам? Вроде того. Я узнал, что может случиться, если мы ее не спасем. По мне, так гадать о будущем последнее дело. Впрочем, ты всегда можешь положиться на меня, если что. Вы явно не в себе. Что стряслось? Зератул позволил мне заглянуть в будущее. Я видел конец света, Мэтт. Армагеддон. Огромная, больше, чем можно представить, армия протосов сражалась с гибридами и не могла их остановить. А как же Керриган? Разве не она должна была остановить их? В том будущем, которое мне показал Зератул, она была мертва. Мы убили ее. Вот что Зератул пытался донести до нас все это время. Она должна выжить, иначе все мы обречены.
Теперь у нас есть Один. С ним. Кажется, твоя королева клинков вычислила для кого. А, командир Рейнар, слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего сектора. Обнаружено пси-излучение класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Анализ поискового алгоритма королевы клинков завершен. Рассчитываю время обнаружения королевой ближайшего хранилища. Все гоняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. К трудовым подвигам готово. Это рейдеры! Мы спасены! ИСМ готов! Сюда! Мы на крыше! Пристройка завершена. Пристройка завершена. ИСМ готов! ИСМ готов! Как скажешь. Недостаточно минералов.
Ну да, конечно. СМ готов. Есть? СМ готов. Недостаточно минералов. Даешь на сбой. СМ готов. А? Чего пугаешь? Чего ты добиваешься, Джим? Я чувствую, ты что-то от меня скрываешь. Эй! Ядерная ракета готова. Кого подлатать? Поехала. Танк на марше! Эй! Сюда!
пробудился. Садись, прокачу. Хорошо, что вы появились. У меня патроны. Связь налажена. И что теперь? Летим! Джейми, надо бы поскорее разнести это хранилище. Верховная стерва почти добралась до него. Я воронку делать буду! Что такое? Куда летим? Улучшение завершено. Ну, наконец-то! Давай, удиви меня! Так точно, сэр! Отлично! Провожающие, покиньте салон. На выход! Не молчи! Что прикажешь? Надеюсь, прокачу! Скорую помощь вызывали? И что теперь? Ваша остановка! Эй! Нам нужна помощь! Ну не дождусь! На выход! Кого поджарить? Удали мою ярость. Милосердие — удел слабых. Я не продержусь в одиночку. Держись от меня подальше. Время пришло. Мы не смогли уничтожить хранилище. Помогите нам! Я чую их страх. Уже там. Сейчас мне будет больно! На шаг впереди всех. База атакована. Даешь? Давай, удиви меня! Высылайте подмогу! Идем дальше, парни. Ну, конечно. Хранилище данных Мёбиуса. К остальным я тебя не пущу. Ах ты черт. Ладно, по крайней мере, она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. Рейдеры Рейнера? Вытащите нас отсюда! На шаг впереди всех. Время пришло. Уже там. Бруталиск. Стэтману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Уже там. Улучшение завершено. Готовка информации. Приказ получен. Сэр, уничтожьте этого червя Нидуса, иначе зерги разрушат нашу базу. Я не продержусь в одиночку. Есть? Есть, командир! Как скажешь. А! Чего?
Месторождение минералов выработано. База атакована. Сколько можно сидеть без дела? Вооружен и опасен. Сейчас мне будет больно. А как же? Лев на связи. Месторождение минералов выработано. Что прикажешь? Сердце уделал слабых. На шаг впереди. Требуется помощь. Кругом враги! Атакована. На шаг впереди всех. Время пришло. Устроим братскую погибу. Я чувствую страх. Высылайте подмогу! Время пришло. Требуется помощь. Устал ждать. Твоему доктору Наруду не запутать меня этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. И скоро они будут у меня. Чем бы они там ни были, ты их не получишь. Кто бы мог подумать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот? Эй, рейдеры! Вытащите нас отсюда! Ты никогда не умел признать свое поражение, Джимми. Время пришло. Рейнер, возле оружейного магазина было какое-то движение. Кажется, там еще остались выжившие. Страх. Я не продержусь в одиночку. Требуется помощь. База атакована. На шаг впереди все. Кого спалить? Месторождение минералов выработано. Последнее хранилище уничтожено. Немедленно эвакуируемся. Месторождение минералов выработано. А теперь, доктор, скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известные нам под именем Зелнага. Знаете ли вы, командир, что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протосов. Они были подобны богам.
Нидусов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Народ, вы там скоро? Черт подери, Артур, не делай этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится? В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Плохой, очень плохой человек. У него много секретов. Думаешь, он нас подставил? Привел прямо в лапы Керриган? Думаю, вы с Керриган пересекаетесь потому, что охотитесь за одним и тем же. А Тайкус скрывает от тебя что-то еще. Я не вижу, что именно. Но берегись. Помни, что разрушение у него в крови. Он прирожденный убийца. Кейт Локвелл для UNN. Недавно королева клинков лично появилась на Тирадоре. Доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации Фонд Мёбиуса,
столкнулся с королевой лицом к лицу. Но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором поблагодарил рейдера Фрейнера за помощь в спасении от королевы клинков важных научных... Кейт, простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама. Кто в глуши ночной палит? Ваш любимый вундеркинд. Запишите своего ребенка в пси-батальон. Знаешь, к кому обратиться? Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звездную карту. Мэтт, я... Черт. В общем, спасибо тебе. Мёбиусы наконец оправились после бегства от зергов и устроились на новом месте. Они сообщили, что следующий артефакт находится на милой планетке под названием Тифон. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок.